Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерос, и сегодня я бы хотел рассказать о Руслане Crazy Mega Hell. Ну что ж, погнали. Руслан Сергеевич Тушенцов. Родился 23 декабря в 1994 году в городе Ачинск, который находится в Красноярском крае. В школьное время Руслан учился хорошо и в особенности любил гуманитарные предметы. Большую часть времени будущий блогер проводил дома, играя в онлайн-игры, читая книги и играя на гитаре. Также любил слушать рок. Его мечтой было стать хирургом, но так как перешел на домашнее обучение, плохо освоил предметы, необходимые для данной профессии. В 16 лет Руслан открывает для себя YouTube и хочет стать видеоблогером. Он начал с переозвучек роликов, позже сам пробует рисовать небольшие мультфильмы, сотрудничая с известным пабликом МДК. Также Руслан начал посвящать себя музыке, и клип «Верните мне 2007» делает его популярным. Затем у него выходит много клипов вместе с популярными блогерами, к примеру, Эльдар Джарахов, Ванчо и многие другие. Наверное, многие помнят видео «Мисс Кэти через 20 лет», и вот это тоже работа Руслана Crazy Mega Hell, которая принесла много просмотров блогеру. Потом он начинает общаться с Юликом, Кузьмой и постепенно набирает аудиторию. Также недолгое время общался с Дмитрием Лариным, но позже начал общаться с Юрием Хованским. В 2017 году становится популярным, когда начал снимать токсичные обзоры на блогеров, к примеру, LED. Сейчас у него выходят нетоксичные подкасты, и блогеры, которых он диссил, начинают с ним мириться, к примеру, Карина Аракелян и Дмитрий Масленников. На эту тему даже была шутка, когда выйдет нетоксичный подкаст с LED. В 2018 году Руслан хорошо начинает общаться с Даней Кашиным, и у них выходит много хитов. И особенно треки про мемы. Руслан экспериментирует со стилями в музыке. К примеру, был рэп, потом хардбас, затем вообще шансон. К 2020 году можно заметить, что Руслан хорошо поднял аудиторию, и у него почти 3 миллиона подписчиков. Я люблю смотреть его ролики, а также слушать его музыку. Ну вот, видео подходит к концу. Спасибо, что вы посмотрели. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Валерос. Всем пока.